все в окно. Скрипнула калитка. Это Новый год. Он сказку за руку ведет. И, конечно, нарядилась. Шуба длинная до пят. Огоньки-то как блестят. В вашем зале я красавицу елочку повстречала. Как красив ее наряд. Огонечки на ней горят. Ребята, а кого на празднике-то вашим не хватает, а? Дедушка Мороза, конечно. Давайте мы все вместе с вами позовем Дедушку Мороза. Наверное, нас дедушка не слышит. Ой, а что это там такое у вас под елочкой? Ой, какая красота! Ребята, знаете, что это такое? Да! Что это? Лампа! Волшебная лампа Аладдина. Я знаю, что она может исполнить любое наше с вами желание. Правда, ребята? Да! Ой, какая-то она грязная. Надо подтереть, она вся пыльная и грязная. Ой, что случилось? Волшебство. Thank you.
Вы знаете, я Джина, внучка всем известного вам Джина, который живет в Лампе. Вот это да! А мы вот ждали Джина. Мы хотели, чтобы он исполнил наше желание, чтобы Дедушка Мороз у нас появился. Вы знаете, мой дедушка столько веков работал, он очень устал, поэтому он уехал в отпуск. И поэтому ваше желание буду сегодня исполнять я. Ну, давай, Джиночка, хорошо. Хотели вы Деда Мороза? Да, мы очень хотели. Вот вы знаете, я не совсем еще опытная колдунья, я только учусь, поэтому ни за что не отвечаю. Ну, попробую. Поможете мне? Да. Давайте разучим заклинание быстренько мое. Чики, брики, вики, чам, 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 абдураман. Здравствуйте. Здравствуйте. Джина, это не дедушка Мороз, а кто вы? Я Аладдин из города Багдада, но я ничего не понимаю, почему я здесь. Я летел на ковре-самолете со своей принцессой Джинной, как вдруг какие-то силы подхватили меня, понесли, и вот я здесь. А вот и моя волшебная лампа. Как долго я ее искал, наконец-то я ее нашел. Вот она. Все понятно. Это все Джин. Это он меня позвал сюда. Эй, Джин! Нет, теперь в лампе Джина. Что-то он покрасивел, похорошел. Нет. Джин, я не узнаю тебя. Конечно, потому что я не Джин, я Джина. Дедушка в отпуске, он отдыхает, а я исполняю желание вместо него. Вот чудеса, так чудеса. Да. И вот ты попал к нам на наш праздник, Новый год. А что это за праздник, Новый год? Расскажите мне. Новый год? Ну вот смотри, у нас стоит... Пальма. Это не пальма, ребята, правда, это елочка новогодняя. Елочка. Да, и мы все отмечаем Новый год, и мы ждем все нашего Деда Мороза. А кто такой Дед Мороз? Он это что, тоже да, отправился в отпуск? Это мой дедушка. А, он не отправился. Дедушка. Уважаемый Аладдин, что такое зима, и кто такой Дедушка Мороз, тебе сейчас... расскажут и споют наши ребята, а ты можешь даже их подпевать, если захочешь. Любим зимушка, тебя буйный ледок, и снег пушистый на ветвях, санки и каток. Ты елку из носу несешь ребятам в Новый год, ты превращаешь в сказку все. Когда твой снег идет, ни сошли нам, ни погода, холод матушки зимы. За окном заводит вьюга, но скучать не будем мы.
праздник, Новый год. Я тоже хочу встречать Новый год. Но меня ждет моя прекрасная принцесса Жасмин. Я не могу оставить ее встречать Новый год одну. Мне нужно срочно на ковер самолет. До свидания, мои маленькие друзья! Самая натуральная восточная красавица, вот при бабочке, при шесте, как положено, да-да. Да. Баба Якатушка, что ты такое говоришь? А вообще, куда я попала? Где действительно пришла, ой, простите, на детский праздник, как последний безобразник. Нет, безобразник. Какой помилом своим махаешь. Ты нам детей всех перепугаешь. Баба Яга, так нельзя. Не ой, разве этих детей перепугаешь? Я исправлюсь. Конечно. И сейчас я вам представлюсь. Я веселая старушка. Пропоет для вас частушки. Я бабуля хоть куда, костяная нога. Рада нашей встрече, а радовать вас нечем. Я ж просто удивлялась. В прошлом году была я в этом саду. Не звали в прошлом году, не ждали. Сегодня опять не ждали и не звали. И подарков не приготовили. Ух ты, ох, я в гневе, ох, я в гневе. Что же это мне такое сотворить? Заколдую сейчас всех. Надо заколдую. У нас вот тоже есть волшебники. Ой, какая вещь. Чайничек. Это не чайничек, это волшебная лампа. А я думала, чайничек, помоечку, да с дороги решетчик вам навалить туда. Не трогай волшебную лампу. Вот смотри, в этой лампе живет волшебница Джина. И да, вы загадали желание. Ты как ты туда входишь и выходишь? А я волшебная, но я там временно живу, поэтому не надо тут на меня смотреть. Временно? Да, вот да, мы загадали Дедушку Морозу, что появилась, а появилась ты. А мне до интерьерчику как раз такой вещи не хватает. Нет, мы тебе не дадим лампу, потому что ты всегда проказничаешь и стараешься сделать зиму. Я? Ты. Ося Бога, девушка, ты моя беленькая. Кому же я проказничаю? Это в прошлом году было, и неправда. В этом году я белая, уж почти белая. Хорошо, хорошо, я сейчас спрошу у ребят. Ребята, дайте мне лампу. Да! Дадим Бабе Яге. Но если она поиграет с нами в игру, и чтобы нам она очень понравилась. Хотите поиграть с Бабой Ягой? Да! Поиграешь с нами, Баба Яга? Так не вопрос. Давай. Я бы с утра до вечера ела и играла, ела и играла, и больше ничего не творила. Играй, играй. Яга, 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 я лечу, лечу, лечу. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же хочу. Я лечу, лечу, лечу. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же хочу. Я лега, лега, лега.
хочешь быть моим хвостом? А, Сашка? Пошли. Лечу. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же, хочу. Сейка. Лега. Я лечу. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же, хочу. Я лега. Я лечу. Да, конечно же, хочу. Ульяна! Я лечу. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же, хочу. Ага, попались! И ничего я не исправилась! Как была яга, и гости помру! Ось так, да-да! Все моя лучшая! Обманула опять из бабы-яга! Да, попала! А что ж ты? Не приглашаете, не зовете, не зазываете! Вот и оставайтесь! И без бабушки я теперь ее хозяйка, обладательница! Опаньки! И есть у меня джинна, и есть у меня елка! Палка, ты хорошо. И есть у меня друзья. Ой, разбойники. Ну-ка, ребята. Разбойники,
девушка курьез. Уважаемые родители, здравствуйте. Был у вас я год назад. Да. Снова видеть всех я рад. Повзрослели, большими стали. Ну, а меня-то вы узнали? Да. Да, и кто я? Дедушка Мороз. А вы ж мои хорошие. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуйте. Опять ты у нас в гостях. Конечно. В детском саду. Мы с ребятами тебя очень-очень ждали. Мы очень рады тебя видеть. И, честно говоря, мы думали, что праздника у нас сегодня не будет. Потому что у нас вот тут, вот на этом самом месте, непонятно откуда появилась. Ребята, кто у нас появился? И она хотела нам испортить весь праздник. Хотела нам помешать, хотела испортить нам настроение. Но, ребята, вы же прекрасно знаете, что добро всегда побеждает зло. Да. Ура! Дедушка Мороз, а знаешь, благодаря кому ты тут появился? Да. Вот благодаря Джинни и его волшебной лампе. Заморская красавица. Ты Джинна. Восточная красавица, юная волшебница. Я очень старалась наколдовать, чтобы ты к нам пришел. У меня не сразу получилось, но все-таки мое заклинание подействовало, и ты на нашем празднике. А злая баба-яга все равно убежала, ничего у нее не получилось. Ну так же прекрасно, Джина, знаешь, что хорошие и добрые желания, они всегда исполняются, пусть даже не с первого раза, а злые желания, они никогда ни у кого не исполняются. Мне очень с вами весело, но в новогоднюю ночь мне бы очень хотелось оказаться в своей сказке. Так. А ты же волшебник. Это да. Пожалуйста, это тогда помоги мне, и я улечу в свою сказку. Ну что, ребятки, поможем Жене? Да! Конечно, мы ей поможем. Значит так, есть у меня, ребятки, волшебные часики. Да. Я их, конечно, на потом беру, но по такому случаю эти волшебные часики только-только пробьют 12 раз, и Джина снова окажется у себя в волшебной сказке. Вот какие сказки. Ну что, помогаем ей? Да! Все сделали. А елка-то наша не горит. Вот именно, я хотел да, тебя об этом спросить. Ну? Но, так, это ж исправлять надо, правда, ребят? Да! А то Новый год, елочка не горит. Поможем? Да! Вы точно готовы? Да! О, вот теперь слышу. Итак, для того, чтобы елочка загорелась, да, дружно мы похлопаем вместе с родителями. Так, теперь дружно мы потопаем. Так, и скажем заветные слова. Раз, два, три. Яркими огнями блестят на елочке огонечки, словно в сказке, значит, быть веселой пляске. Приглашаем и зовем детский хоровод.
Я, ребят, старый дед. Мне, ребята, как много лет. Но как на елку прихожу, сразу игры завожу. Ну-ка, ручки протяните. Мои радости покажите. А когда я подойду, рукавицы протяну, вы ладошки убирайте. Быстро, быстро, не зевайте. Потому что на бегу заморозить вас могу. Ну что, готовы? Я приносил, а вчера его ладошки заморозил ему ножки. Вчера я был у Илюшки, заморозил ему ушки. Смотрите, круг держите, чтобы я не смог убежать. Ну что, играем? Да! Итак, повторяем за мной. Оп. Вот я пишу, можно, можно, можно. Так.
Сами начинать сюда поэт. А мне сюда. Вот, не переживайте, хорошо. Так, ну-ка, покатали вас на ручки. Вот. Так, покатали ваши ножки. Детки, покатали вас. Ой, молодцы. Так. Давно ребята наши знают, что любит Дедушка Мороз, когда ему что? Стихи читают про снег, метели и мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз, отдохни немного. Ты большой мешок принес и устал с дороги. Мы тебя повеселим, спать, конечно, не дадим. И станцуем для тебя с Новым годом всех. Ура! Ура! Молодец! Здравствуй, и в воздухе плывут. Конфетки, мандаринки под елочкой вас ждут. Пусть Новый год скорее встречает волшебством. От огоньков светлее пустами каждый дом. Ой, умница моя! Ой, какая Дедушка Мороз, печка греет, когда слышишь свистки. Этот праздник любит каждый! Этот праздник каждый ждет! Для детей он самый важный, а зовется Новый год! Будет елка наша яркой, в разноцветной мишуре! Принесет Мороз подарки и подарит Дед Вове! Ой, умница моя! Так, мчался к вам, так хотел к вам успеть.
Да где-то в лесу позабыл мешок ваш с подарками, представляете? Не представляю. Мороз, а что же нам с тобой-то делать теперь, а? Есть у меня одна идейка. Это, ребятишки, волшебный шнурок. Сейчас я его закину в лес, и он вмиг найдет ваш мешочек. Ну что, вы готовы? Или я скажу? Ну, забыл совсем. Мальчик Сашка приготовил нам номер художественного деятельности. Ha ha ha!
Так, ну что, все нормально, да? Все по сугробам. Да, это... Обойдет. Там вообще... Ой, господи, там вот это все, да. Ой, ой, где сугробы? Еще раз будем закидывать, правильно? Иду по лесу, иду. Собираю козявочек, букашечек, мухоморчиков. А тут вот нахилую змеюку. Нет, волшебный шнурочек, он нам подарочки должен отдать. Какие подарочки? Какие подарочки? Это ж мышцы. Дружился. Это ж мои мышцы. Вы верите? Покажи-ка нам. Да, я тоже не верю. Так подождите, дайте я соображу, что ж мне делать-то. А, эта штука зарабатывала, это ж так трудилось. Отдавай скорее подарки. Хорошо, тогда, Дедушка Мороз, сделай волшебство. Но как? Не надо. Стоп, не надо. Волшебство. Хочу здесь Новый год встречать. Да. Не хочу я неведомо где. Отдам, ладно уж. Хорошо. Мышца новая нарастет. Да, конечно. Ну, ой, спасибо, Баба-Яга. Прямо так. Конечно, ну парочку оставлю себе тогда. Нет, хорошо. Что они? Спасибо, Баба-Яга.